Сборщик, клепальщик, оператор станков с программным управлением, слесарь по изготовлению доводки деталей летательного аппарата. Работники с дефицитной профессией в авиастроении теперь могут рассчитывать на губернаторскую ипотеку в Ульяновской области. 150 тысяч рублей на первоначальный взнос за жилье. Я очень рад, что теперь специалисты технических специальностей смогут воспользоваться данной программой. Для молодых семей особенно приобретение нового жилья было проблемой. В настоящее время мы живем у родителей с моей семьей, и для нас участие в этом программе будет облегчить жизнь. Решение о расширении категории участников программы приняли на очередном заседании правительства. Участники также поддержали изменения в закон о бюджете региона в части структуры источников финансирования. Региональное правительство готовится к выпуску облигаций для оздоровления долговой нагрузки. Специалисты уверяют, Центробанк снизил ключевую ставку до 6%. Это выгодно для привлечения дешевых источников финансирования дефицита бюджета на длительный срок. Мы сможем на 7 лет, на 7 миллиардов сделать облигационный займ, и это позволит нам изменить структуру долгового портфеля, то есть, соответственно, снизив еще долю коммерческих кредитов и, конечно же, снизить расходы на обслуживание государственного долга. Говорили на заседании и об ответственном обращении с бездомными животными. Пролили свет в части финансового обеспечения государства. Изменения в региональную законодательную систему вносятся на основании требований федерального канона. Так, процедуры содержания приобретают новые требования исполнения. Вводится система отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска обратно на волю. В новом проекте закона вводится понятие приюта. Потому что без вот этого, не просто понимания, а без объекта действие закона невозможно. То есть четко проговаривается, что все отловленные животные должны помещаться в приют. Сергей Морозов, в свою очередь, сделал акцент на новые подходы в работе органов власти и провел параллель с нацпроектами. Просил бы всех руководителей исполнительных органов государственной власти, вот членов правительства, проанализировать еще раз свою организационную штатную структуру, быть готовыми о том, что мы будем, еще раз говорю, сокращать расходы на содержание органов власти, все высвобождаемые средства направлять на реализацию национальных проектов. Разбавила сухую повестку заседания правительства церемония награждения. Губернатор вручил наручные часы Алексею Власову. Ученик 10 класса 20-го лицея стал одним из лучших юных математиков Евразии по итогу международного конкурса «Я решаю». Благодарность глава региона также выразил родителям юноши и его наставнику. Рената Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.